Привет! Меня зовут Мария, и я расскажу вам то, что вы еще не знаете обо мне. Детство. Это я. В детстве, как и вы, я была обычным ребенком, который лез куда не надо и боялся чудовищ по ночам. Как и все дети, я мечтала и думала о будущем. С детства я не умела фотографироваться, поэтому мои фото выглядели так. Отрочество. Почти 10 лет я посвятила себя легкой атлетике и была абсолютной чемпионкой области. Играла снежинку в детском саду, но так и не получила первую зарплату. Юность. Я коллекционирую монеты и особенно берегу зарплату. Очень сильно люблю путешествовать. И, как и все, люблю фотографировать крыло самолета. И обожаю танцы на ТНТ. Кстати, сейчас играет трек оттуда. Я отлично пеку и прибавила, друзья, уже пару килограмм. Я работаю в комитете по делам молодежи. И продолжаю заниматься спортом. Я продвинутый пользователь соцсетей. Знаю. Инстаграм, Твиттер, ВКонтакте, Гугл и даже Одноклассники. Вы ведь так и не увидели, какая я сейчас. Я расскажу вам 6 причин, почему я достойна участвовать в конкурсе профессионального мастерства. Я достойный участник конкурса профмастерства, у меня есть как минимум 6 достижений, о которых я сейчас вам расскажу. Первое. Я знаю 10 городов России на букву Э. Эквикинот, Эйк, Экимчан, Элиста, Эльтон, Энгазейра, Энкан, Эньмувейн, Эрзин, Эссо. Я доброволец. Я доброволец, и у меня есть команда, которая меня поддерживает. Я ловлю драйв и стараюсь получать от жизни только лучшее. Я замужем, а значит, у меня есть еще одни руки, и вместе мы творим добро. Я танцую, а значит, в ритме танца проживаю каждый новый день. Я, Мария Тихановская, хочу достойно представить свой любимый город на конкурсе профессионального мастерства. Всем привет!